1 февраля увеличены размеры пособий, связанных с материнством. Так, работающие женщины, вставшие на учет в женской консультации в ранние сроки беременности до 12 недель, получат единовременное пособие в размере более 870 рублей. Единовременное пособие при рождении ребенка с 1 февраля 2018 года составляет 23 462 рубля. Право на единовременное пособие имеет один из родителей или лицо его заменяющее. Работающим мамочкам положено еще и пособие по беременности и родом, его сумма зависит от заработной платы. Пособия в 2018 году будут рассчитываться из заработка, полученного в двух предшествующих годах, то есть 2016 и 2017. Порядок получения пособий не изменился. Пособие по беременности и родам имеет право получать только сама женщина, а вот получить пособие по уходу за ребенком может любой работающий член семьи, в том числе отец, бабушка, дедушка, опекуны, либо иные родственники, которые фактически осуществляют уход за ребенком. Также увеличились с 1 февраля текущего года минимальные размеры пособий по уходу за первым и за вторым ребенком. За первым ребенком пособие составляет не менее чем 4399 рублей 26 копеек, и по уходу за вторым и последующими детьми пособие не может составлять менее чем 8798 рублей 51 копейка.